Что такое? Что такое? Вот она. Даже сам домой попросился. Ушатали. Ушатали тебя сегодня. Сергей. Кто приходил к тебе? Ай-яй-яй. Всю грязь принес. Всю грязюку принес с улицы. Ё-моё. Эх. Полюбуйтесь на меня. И какое крыльцо теперь будет? Эч. Маме мыть? Маме мыть. Да. Иди к себе, в сено там спи. В сено иди спи. Сегодня я заканчиваю ведро капусты квашеной. Освободила его. Нужно за свежей капусточкой ехать на рынок и квасить заново. И решила сегодня праздник капусты сделать. Пшено. У меня есть такое прекрасное. Гляньте, какое желтенькое. Прям как яичко. Целая банка. Чистенькая. Пшено нужно промыть кипятком, чтобы не горчило. И в нем такие эфирные масла находятся в пшене. В середине зерна, оно пустое внутри. Это я такое вычитала недавно. Вот, поэтому его промывают горячей водой, чтобы вымыть это все. И, как обычно, картошка, морковка, лук, это зажарка будет. И поджарю для карамелизации вкуса квашеную капусту. Я уже миллион раз показывала. Вот, Рон буянит через забор. Невеста его тут провела. Такса какая-то. Не успела я ее снять. Максимум полчаса. И обед готов. Шикарный ароматный капустняк. Очень удобно сразу варить бульон на несколько дней. На всю неделю даже. Это в зимнее время, в такое в холодное. Вот. Он у меня стоит на улице. Я его набираю по мере надобности, сколько нужно. Всем, кто сейчас обедает, всем приятного аппетита. Идем по графику. День сегодня такой длинный. Длинный-длинный. Может, потому что тихо и спокойно. Ничего не происходит. Наверное, пускай лучше так будет. Плюс 6 целый день тепла. Читала прогноз погоды. В конце недели будет 18-20 градусов плюс. Это что? Вроде не апрель. Шутка такая. Погоды. Такие дела. Климатические войны у нас. День очень сильно добавился уже, даже заметно. Потому что электричка перед Новым годом шла. Было темно. А сейчас она идет еще светло. Дело движется к весне. А мы пойдем варить пельмени. А дело пускай движется к весне. Пусть будет хороший тихий вечер. Спокойный у всех. Уютный ужин. В каждой семье есть традиции свои для выходного дня. Что-то готовить. Одни пекут пироги. Кто-то запекает, может быть, мяско какое-то.
Мы по субботам всегда мангалим. Вернее, мангалили очень часто. Ну, почти все время. Куриный день мы называли. Все время что-то с курицей надо было делать. Или крылышки, или там что-то посерьезнее. А в воскресенье вот такая вот вкусняшка у нас — пельмешки. Плохо только, что мы сейчас вдвоем, и вот эту вот надо красоту всю вдвоем съесть. Вот. Так что балуйте своих детей, пока они рядышком, пока не уехали никуда, не выросли. Потом будут вспоминать, всю жизнь будут вспоминать семейные традиции. Мне даже сегодня мало теста сегодня сделала, мне даже фарш еще остался. У нас в традициях всегда говорить спасибо за еду, за ужин, там, за хлеб, за угощение. А сейчас я смотрю сериал турецкий, и мне вот такой понравился их или обычай, или традиция. Вот они говорят спасибо, вместо спасибо говорят здоровье вашим рукам. И я прям каждый раз, как они говорят, думаю, действительно, здоровье вашим рукам. Это самая большая благодарность. Всплытие произошло. Тесто я делала не на кипятке, а самое обычное — яйцо, немного растительного масла, соль, холодная вода. Мы когда к маме приходили на пельмени, всегда открывалась банка аджики. И всю эта красота щедро поливалась аджикой уже на тарелках. Это для начала, для разминки. Тоже своеобразная традиция. Саша любит с майонезом пельмени. Сочные. Сочные. Супер-пупер. Готовьте с удовольствием, радуйте своих близких. Пусть вам будет вкусно.